Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Еще один шанс». Сериал «Еще один шанс» снят на цифровой платформе Netflix и представляет собой увлекательную историю двух душ, которые ввязались в трагикомическое путешествие. И странность всего этого заключается в том, что в то время, как один из них находится в нашем мире, другой обитает в мире мертвых. Ися работает репортером в спортивной газете и занимается публикацией спортивных ставок. Надо сказать, что Ися делает довольно смелые прогнозы на ставки, и этим пользуются многие. В последнее время рубрика «Исы» стала весьма популярной, и ставки приносят прибыль многочисленным людям. Ися гордится тем, что этот талант прогнозирования передался ему по наследству от отца. Однако удача очень коварная спутница. Однажды фортуна отвернулась от Исы. В последнее время Ису преследует неудача. Его спортивные прогнозы терпят фиаско. В результате неудачных ставок люди теряют большие деньги. Череда провалов приводит к тому, что Ису со скандалом увольняет с работы. Более того, теперь его преследуют игроки, потерявшие деньги. Но самое опасное заключается в том, что Ися нажил себе многочисленных врагов, которые ни перед чем не остановятся. Ися потерял друзей и всякую надежду на благополучную жизнь. Самое трудное для него время в жизни Исы появляется известный бизнесмен Рафик Сайгун и предлагает ему помощь. Но странность в том, что Рафик мертв. Это его душа посетила безнадежного Ису и заявляет, что он сейчас единственная надежда на спасение. То есть судьба дарит бедолаге еще один шанс в виде услуг почившего бизнесмена Рафика. Рафик знакомит Ису с реальным планом, как выйти из проблемы, а взамен просит найти его убийцу. Премьера турецкого сериала «Еще один шанс» запланирована на начало 2024 года. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.